Всем привет, с вами вновь Олег Цукерберг, и сегодня мы продолжим играть во вторую главу игры World of Goo, Мисс Мира Goo. Не знаю, почему так называется, значит, это у нас вторая глава, надо запомнить. Так, вторая глава, потому что я всегда забываю, как это можно назвать, вторая часть или что. В общем, вторая глава, вторая глава, четвертый уровень. Он у нас называется «Добро пожаловать». Итак, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мои летсплеи, добро пожаловать в подписчики. И сегодня мы попытаемся их перекатить через какое-то колесо, насколько я вижу. Даже их несколько, это какие-то шестеренки. Но насколько помню, здесь то, что мешается, нужно убрать. А у нас здесь мешается вот эта вот штука. Так, далее. Давайте почитаем, что нам автор сказал. Только избранные шарики Гу могут попасть на этот остров. Вы должны быть очень внимательны. Особенно зная, что источник энергии для всего мира находится где-то на этом острове. Но старайтесь не хватать крупных капель. Старайтесь не хватать хрупкий кабель. Он, кажется, сделан из связных цепи Гу. Ну, блять, это понятно. Свободный автор, да, свободный накуренный автор нас, как всегда, предупредил. И это очень хорошо, что он заранее нас предупредил. В общем, что нужно нам тут? Нам нужно, чтобы как можно шариков вот этих набрать. Больше, как можно больше их набрать. Оставляем там пару зеленых вот этих вот штучек все-таки здесь, потому что они нам еще пригодятся. Не будем их сразу отправлять вниз. Видите, половина шариков спрыгивают почему-то. Ну вот из-за этой штуки. Но ее поднять никак нельзя, поэтому вот они отсюда идут вниз. И как видим, путь у нас вот сюда проходит. То есть нам с этой стороны их надо перегнать на эту сторону, поднять шариками и загнать вот в эту вот трубу. У нас там несколько штук попадало, поэтому собираем остатки, которые у нас там есть. Так, вот сейчас еще там упадет, поэтому мы не будем торопиться, пока перекидаем шарики на эту сторону. Ну, потому что одного будет мало, двоих тоже недостаточно. Ну, шарика 4 или 5, наверное, нужно, чтобы эту конструкцию гребаную поднять. Так, сюда. Вот опять видим, все-таки эти сучки падают вниз. И их колесом опять переносят сюда. Вот они вылетают. Давайте подождем, пока они к нам обратно приплывут. Тем временем, зря я убрал этот шарик. Так, так, что нам нужно? Нам нужен очередной вот этот зелененький шарик, чтобы он поднял остальных. Так, нужно 36 штук. Вот я не помню, тут их ровно 36, и нужно все вот эти шарики поднять, либо то, что у меня уже сейчас там есть, этого как-то достаточно, может быть, не знаю. Ну, давайте посмотрим. Так, давайте поднимайтесь выше. Вот опять у нас, блядь, половина попадала вниз. Давайте еще один зеленый туда отправим. Пускай он пока здесь потусит. Так, а тем временем у нас все шарики прилипли уже к нашей конструкции, и им просто не терпится, как мы видим, подняться наверх. Шарик так и пульсирует, так скажем. Ну ладно, в общем, все, они, по-моему, приплыли, все готовы плыть. Ну, все, давайте, залезайте, кто не успел, давайте. Так. Ага. Так. Ну, в общем, начнем, наверное, сейчас поднимать последние шарики. До отсюда доедут. Яма-ловушка. Она предназначена для бесшумного устранения незваных гостей. Автор в гостях.
Видимо, он в гостях у Боба Марли, раз он пишет такую хрень. Не понимаю, что он имел в виду. Так, а тем временем у нас прилетели наши шарики. Давай сюда, быстрее плыви. Немного тупит один шарик, он на месте, по-моему, прыгает и все. Ну же, давай. Я жду тебя. И только тебя. Ну, по-моему, все, я его поднял, да? Воздушный шарик еще один прикрепляем и... один. И взлетаем мы наверх. Очень тяжело идет как-то. 36 шариков, напомню. А, есть. У нас даже 55. Вообще я немного. А, 57. Перестарался даже немного. Собрал больше, чем надо. А, так, вот мы видим наш результат. Так, 36, 57. 21 шарик пересобрал. 5 минут я целых это проходило так долго. Вот, в общем, следующий уровень. А следующий уровень у нас называется «Школа красоты». Интересно, что же там будет. Я правда не помню, что там будет. Поэтому я сейчас выключаю Фрабсон, точнее Бандикам. И после этого выключаю игру. И только на следующий день с вами я увижу, что же это такой за уровень. То есть я пока его не буду вообще не гамать, ничего не проходить. Ну, так более интересно и мне, я думаю, и вам. Если я буду знать все заранее, то это будет как-то не очень. Вот, поэтому увидимся с вами завтра. С вами был Олег Цукерберг. Подписывайся, ставь лайк. Всем пока.